По подозрению в совершении открытого хищения личного имущества у жительницы города Сухум оперативниками управления уголовного розыска МВД задержан Шелковой Максим Самвелович, 95 года рождения. Не достигший совершеннолетия, житель города Сухум, находясь в парке возле филармонии 1 декабря, видимо, решил освоить определенный промысел. И, выбрав для своего преступного замысла молодую женщину, вырвал из ее рук сумку. С места преступления злоумышленник скрылся. Можно предположить, что ему стало досадно, когда он увидел содержимое сумки, потому что находящиеся в ней детские вещи, паспорт, ключи и 130 рублей не пополнили его материального положения. Преступник выбросил сумку с содержимым, все-таки оставив себе те самые 130 рублей. Потерпевшая сразу же позвонила в управление уголовного розыска Министерства внутренних дел, сотрудники которого незамедлительно выехали на место происшествия, где, получив определенную информацию о случившемся, приступили к выполнению мероприятий, направленных на розыск преступника, который недалеко удалился от места совершения грабежа. Проезжая по улице Званба, сотрудники милиции обратили внимание на юношу, подходившего под описание заявительницы, в котором она впоследствии узнала своего обидчика. Так предполагаемый преступник был задержан. При этом он сознался в своем деянии и указал место, где сбросил отобранную им сумку. В настоящее время несовершеннолетний Максим Шелковой отпущен под подписку о невыезде. А что ждет дальше юного грабителя, решит суд, пока ведется следствие.